Израильская армия начала операцию под названием «Стук по крыше». Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант. Цахал пошла на это после того, как сектор Газа выпустил по Израилю более 400 ракет. В ответ на это по соседям ударят с воздуха. Сначала жители предупредят по СМС, что по их дому прилетит ракетный удар. Далее по намеченному зданию выпустят невзрывоопасную ракету. Это создает шум и даст сигнал о том, что следующий снаряд будет боевым. Таким образом, надеются минимизировать жертвы среди мирного населения. Около 2 часов ночи, когда я только прилег, я увидел яркую вспышку света, превратившую ночь в день. Через несколько секунд прозвучали 2 взрыва. На нас падали камни и стекло. Я слышал крики детей, но не мог дотянуться до них. Потом нам пришлось обратиться в больницу. У нас были травмы. За последние 9 дней по территории Израиля выпущено 3500 ракет, и около 500 из них упали на территории самого сектора Газа. Взаимные обстрелы Цахал и Хамас продолжаются с 10 мая после столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме. Жертвами ударов стали больше 10 израильтян и больше 230 палестинцев.